Возможно ли, чтобы секретный агент проник на светский прием с помощью акваланга, а его смокинг под гидрокостюмом остался безупречным? Я видел это несколько раз в кино и хочу знать, возможно ли это. Ваш фанат... Дальше неразборчиво. Отличная идея. Надо бы проверить. Итак, согласно нашему мифу, тайный агент может проникнуть на светский прием с аквалангом, снять гидрокостюм, и его смокинг останется столь безупречным, что его не разоблачат. Я — эталон. Я нахожусь сейчас при полном параде на этой яхте. А тайный агент Джеймс Хайнеман плывет сюда под водой, с аквалангом. Приплыв, он снимет свое водолазное снаряжение, и мы посмотрим, не утратил ли его смокинг нужного вида, не превратился ли он из маскировки в обличающий признак. Наш герой всплывает на поверхность и освобождается от своего гидрокостюма. Невероятно! Смокинг мистера Хайнемана выглядит не только совершенно сухим, не подпорченным ни водой, ни потом, но и по-прежнему элегантным. Я потрясен! Твой смокинг просто безупречен! Но последнее слово за человеком, более сведущим в этих вещах. Все безупречно. Миф подтверждается.